Здравствуйте. У меня часто спрашивают, словно я какой-то эксперт, каким я вижу Армению под руководством кого? Главный, наверное, вопрос. Дескать, если не Пашинян, то кто? Вот подобными вопросами вообще часто принято задаваться, как я заметил, в странах постсоветского пространства. И не потому, что люди видят в своих странах дефицит конъюнктуры, нет. Это от того, что застарелая такая советская формула работает до сих пор, типа «умрет Брежнев, начнется война» или «умрет Сталин, Советскому Союзу настанет конец». Такое советское мышление типично азиатчине, вот в самом плохом смысле этого слова. И такое мышление имеется, к сожалению, почти во всех странах постсоветского пространства. Что касается Армении, то разве у меня кто-то спрашивал, когда кричали «духов»? Разве не вы пытались меня приструнить, когда я позволил себе критику в адрес Пашиняна после его позорной встречи с Алиевым в Швейцарии, по-моему, если мне не изменяет память? Я проглотил все это и не был ни на кого в обиде, наверное, по той причине, что для многих Пашинян не столько был избран как сильный политик и хозяйственник, как свой рубаха-парень, избавивший народ от прежнего воровского руководства. Я не знаю, какой он Пашинян. Может, он хороший по жизни человек, но политик он слабый, и он доказал это. Однако он мне неприятен даже не поэтому, нет. Он мне неприятен потому, что заставил меня симпатизировать Сержу Саргсяну. Это если говорить о том, что если не тот, то кто? То есть порой сам человек не оставляет за собой выбора. У меня много есть чего сказать по Пашиняну, но речь не обо мне и не о моем отношении к нему. У каждого свои симпатии и антипатии, и каждый из них имеет на это право. Это в том случае, если мы действительно хотим построить демократическое общество, а не стать индейцами с вождем Чунгачкуком. И у нашего гостя тоже есть свое мнение, которое нуждается, чтобы его услышали, в том числе на русскоязычном пространстве. А в гостях у нашего канала политолог, дипломат, четвертый чрезвычайный и полномочный посол Армении в Канаде Арар Тушевич Папян. Господин посол, добрый вечер. Добрый вечер. Арар Тушевич, я понимаю, что дипломаты на службе не могут идти вопреки линии своего руководства, той страны, которую они представляют обычно. Но вы сейчас не на службе, поэтому будем откровенно. Что происходит сейчас в Армении и как много сторонников у Пашиняна осталось после того, как по Армении, в частности в Сюнике, азербайджанские солдаты разгуливают? А освобождением армянских пленных в Азербайджане вдруг занялся Путин. Неужели охлократия? Если одним словом обрисовать, что происходит в Армении, есть такой термин в психологии, это называется фрустрация, разочарование. Народ, большинство народа, я в том числе, в 2018 году поддержали Пашиняна. Вы правы. Не из-за того, что он хороший политик, но люди надеялись, что он освободит страну от тех пороков, которые были десятилетиями. Как я написал в своем Фейсбуке, что он вычистит строительную площадку и даст народу возможность построить что-то новое. И я видел его миссию, как именно дать условия. Пашинян давал очень много конкретных обещаний, хороших обещаний. Но, к сожалению, он не только не выполнил эти обещания, но очень часто сделал совсем наоборот, полностью наоборот. И сейчас он превращается, и его окружение, более, я бы сказал, деспотический режим, чем даже было при Серже Саргсяне. Например, в
парламенте уже говорят о усилении наказания, так называемые, за оговорки, за неправильную критику. Это, естественно, это называется как бы фальсификация правды. Но а кто судьи? Кто будет решать? Например, лично меня оштрафовали за запись в Фейсбуке на 300 тысяч драмов, но это около 600 долларов, за то, что я предсказал, что будет нападение на Шуши, и мне сказали, что этим моим высказыванием я сею рознь и панику в вооруженных силах, которые тоже непонятно, потому что вряд ли кто-то сидел и читал мои записи в Фейсбуке, те, которые воевали. Вот такая ситуация. Народ ищет, усердно ищет, кем и как, самое главное, как поменять Пашиняна, потому что Пашинян опять, несмотря на то, что он обещал, если народ не захочет, он почувствует, что народ против него, он откажется, даже ни дня не останется на власти, но, к сожалению, он обеими руками и всеми другими возможностями держится за свой стул, и сейчас этим же нагнетается обстановка, и это может выйти, взрыв, общественный взрыв. Тем более сейчас уже погода улучшается, народ все чаще выходит на улицу. Арартушич, тем не менее, я был буквально недавно в Армении, и я видел, что и до сих пор немало сторонников у Пашиняна. Кто эти люди? Что еще должно случиться, чтобы они поняли, что это не такой уж и рубаха парень? Пашинян отлично разыгрывал и разыгрывает карту так называемых бывших. Он разделил общество на бывших и новых, хотя среди новых очень много бывших. И этим же пугает народ. Если не я, то придут те бывшие Кочарян, и всем будет хуже. И есть народ, у которого есть эта память, да, отрицательная память о бывших. И самое главное, ему удалось показать народу, это тоже, я бы сказал, какая-то мистика, что кроме вот этих двух полюсов нет только другие силы. Например, я представляю национально-демократический полюс, который отличается от этих обеих, скажем, политических групп. Но все равно они не пропускают, и не только нас, других на, скажем, общественное телевидение, не дают возможности. И именно разыгрывая это, вот, если смотреть срез общества, кто поддерживает, это так называемые домохозяйки со средним и ниже средним уровнем развития. Образование, да? Не только образование, именно развитие. У них может быть даже диплом о высшем образовании, но они просто не развиты политически. У них такие наивные высказывания, что диву даешься. Да, ну, и каковых процентов вот сейчас, вот по-вашему, может, есть статистика? Вот те, которые сейчас на данный момент поддерживают Пашиняна. По-моему, у него не больше 15%. То есть настолько упало доверие? Конечно. Но у него и так было не очень много. Понимаете, это тоже был обман. Потому что всего-то участвовали где-то 50% от тех, у которого было право на голосование. Да. Из этих 50% только 70%. А это был разгар эйфории. А сейчас явно я видел очень многих людей, которые раскаивались в том, что голосовали за Пашиняна. И здесь вопрос не только, скажем, проигрыш войны. Карабах – это самое
худшее, что могло произойти с нами, но и даже в деталях, те же, скажем, премии, которые он продолжает давать своим депутатам, он этим как бы это все-таки он, так скажем так, он продолжает все отрицательное, что было во время прошлых властей, и ничего, я бы сказал, положительно нового. Ну, плюсы какие-нибудь есть? К сожалению, я не вижу этих плюсов. Я не вижу никаких плюсов, потому что и во внешней политике, скажем, если так сравнивать, я сам человек прозападной ориентации. Но я понимаю, скажем, ваши отношения, да, отношения, ваши отношения с Россией. Я не был доволен, скажем, той политикой, которую проводил, скажем, Саркисян и до этого Кочарян. Хотя при Кочаряне я бы сказал, что западная политика, несмотря на то, что он очень прорусский политический деятель, но никаких ограничений не было. Например, я был послом, я старался что делать, чтобы улучшить отношения с западными странами. Мне был дан зеленый свет и никаких ограничений. А сейчас и там была возможность обговорить какие-то планы, делать какие-то предложения. А сейчас Пашинян единолично решает все вопросы. Вопросы и стратегии, и тактики, даже вопросы кадровые на очень низком уровне, скажем. А он, у него нету такого опыта. И эта конституция еще мешает, потому что тогда, при, скажем, старой конституции, была разделенность. Президент, который курировал внешние отношения, оборону, безопасность, и премьер-министр, который курировал экономический блок. Ну, как минимум два человека и два раза больше времени из возможностей. А сейчас премьер-министр сосредоточил в своих руках и внешнюю политику, и оборону, и экономику, у него просто не только знаний нет, просто времени нет на это. Да. Арар Тушич, вот вы сказали, что вы прозападный человек, но тем не менее, за все это время войны, в принципе-то, никто из западных стран даже не вмешался. Только голословные какие-то были такие окрики в адрес армян, ну, в смысле положительные, естественно. Но при этом ничего не было сделано. Та же Франция готова была вроде бы как изначально на словах признать независимость Арцаха, но в конце концов она этого не сделала. Ни Греция, ни Франция, ни другие западные страны. Как это объяснить? Во-первых, как объяснить тем, что мы являемся союзником врага Запада. Как бы мы сами являемся врагом Запада. Мы послали, скажем, вооруженные силы в Сирию против интересов Запада и США, что ждем, что США будет помогать нас. Поймите, мы, когда говорим, и у нас есть ожидания от России, это от того, что у нас есть взаимно выгодные договоры и соглашения. Это обязательства. А у Запада никаких обязательств перед Арменией нет. А тогда, когда у нас будет на территории Армении, скажем, не только российская база, но и американская база, тогда посмотрим, какое отношение будет у американцев. Это во-первых. Во-вторых, вы когда говорите, что только голословно, я не согласен с вами. Например, французы дважды предлагали Армении вооружение, и Пашинян отказывался. Американцы предложили ввод миротворцев, скандинавских миротворцев. Это было официально. То же самое Пашинян сказал, нет, только российские миротворцы. Когда ты отказываешься от помощи Запада, то, естественно, никакого результата и не будет. Но, насколько я знаю, он от российского оружия тоже какого-то отказался. А из того, что было, он даже не применил.
Понимаете, если назвать одним словом какая-то война, это очень странная война. Потому что, во-первых, да, вы правы, он отказывался и от помощи Запада, и России. Не были применены очень много, скажем, сил и средств, которые были у нас. Неясные команды были даны. Многие говорят, те, которые очевидцы, участники, что иногда они получали команды отступать, когда даже реально на них никто не нападал. Поэтому, я думаю, при следующих властях должна быть создана какая-то комиссия, чтобы изучить вопрос реально, детально, не только для того, чтобы наказать виновных, но и чтобы какие-то уроки извлечь из этой ситуации, чтобы такое больше не повторялось. Хорошо. Вот и все-таки, как по-вашему, каковы основные просчеты армян в происшедшем осенью 2020 года? Скажу честно, когда меня об этом спрашивают, я, не скрывая эмоций, говорю все как есть, не подбирая выражения, да? Потому что я знаю об этих просчетах. Вот уверен, что и вы знаете. Я думаю, самым большим просчетом был, что наше политическое руководство думало, я не думаю, что, я не говорю, что Россия обещала, но они думали, что Россия не даст большой войны в регионе, не даст такой возможности. Если будет какая-то война, ну, 2-3 дня, 4 дня максимум, это все остановится, опять Россия вмешивается, и все. Это был политический просчет. Это во-первых. Во-вторых, очень много, особенно вот последние 2-3 года, были неправильные закупки новых вооружений. Те же самолеты, там Су-35 и что такое, без... Ты покупаешь самолеты, платишь где-то около 200 миллионов, когда у тебя нормально ни летчиков, ни, скажем, ракет, ничего. И в-третьих, скажем так, применение со стороны особенно Турции или, скажем так, турецких подразделений или участников этих войны, вот, дронов, беспилотников, и война-то в основном была бесконтактной, то есть издалека уже были уже первые дни уничтожены очень большие, 30-40% артиллерии, вот такие проценты, большие уже потери были, и поэтому... Ну, как вы хотите, вооружение 21 века против вооружения 20 века. Да, но это и просчет, и не только ошибка, я думаю, это и преступление, в принципе. Потому что люди получают за это зарплату, чтобы предсказать. И я, будучи небольшим-то специалистом, я об этом говорил, многие говорили, что следующая война будет бесконтактной, Азербайджан постарается использовать там дальнобойные орудия, ракеты. Ну, беспилотники появились в нашем регионе 4 года тому назад. Уже во время той 4-дневной войны было ясно, что это будет применено. Но, к сожалению, за 4 года ничего особенного не было сделано против этих. Все-таки есть, я не думаю, что какие-то результативность большая, но все равно там «Панцирь», «Красуха», есть такие радиоэлектронные борьба, которые можно было использовать. Но и то у нас было, во-первых, очень слабо развито, очень многие новые не были, и применение было очень слабо. Да, некоторые утверждают, что вот эта вот вся военная техника, которая у нас, это вина старого, прежнего правительства. А вот никакой вины не возлагают на новое правительство. Словно за последние 2 года Пашинян не знал, чем мы владеем. Когда скалил зубы, допустим, в сторону того же Азербайджана. Да? Некоторые забывают об этом. Тем не менее, вот скажите, как востоковед, зачем России Турция в Закавказье?
Понимаете, сейчас, я думаю, повторяется такая же ситуация, что была 100 лет тому назад, когда новая революционная Россия и, скажем, послевоенная Турция или Османская империя оказались в одном лагере против Запада. И у них интересы совпали. Тогда они объединились как бы бороться и воевать против Запада. У России был интерес всемирной революции, сделать эту революцию через исламский мир, все это. Сейчас та же ситуация немного в другом плане, но все равно Россия рассматривает Запад как бы и противника, и не друга, даже врага. Было официально сказано, что, скажем, с Турцией гораздо больше общего и меньше разногласий, чем с Западом. У Турции такая же ситуация. Будучи членом НАТО, сейчас мы смотрим на ситуацию, когда с каждым днем ухудшается взаимоотношения Турции и особенно США. Там, например, 2 дня тому назад там половина сенаторов, 50 сенаторов написали письмо президенту, там нужно наказать Эрдогана. Таком. То есть интересы совпали, это во-первых. Во-вторых, Россия находится сейчас в стратегическом отступлении. Я иногда слушаю вот российских политологов, они так в таком духе говорят, нет, просто Россия сейчас не может сдерживать натиск Турции и даже в военном плане. Россия в Закавказье или на Южном Кавказе гораздо слабее даже в военном плане, не только в экономическом, даже в военном плане, чем Турция. И Россия это понимает, Черноморский флот слабее и все это. Да, в общем, у России гораздо сильнее вооруженные силы. Но, скажем, Тихоокеанский флот или флот Северного Ледовитого океана не будут использовать. Это другие цели. Вот и в этом. И в-третьих, я думаю, что Россия старается использовать тюркский мир против, скажем, Запада, как бы объединились. Ведь Лавров сам же сказал, когда 2 года... В конце концов, получится, что использует против себя же. Да, это так и получится, как было вот 100 лет тому назад. Ведь явно сейчас же уже Турция заключает двухсторонние военные контракты, договора с странами Средней Азии, с тюркскими странами. И у них-то цель... Раньше, скажем, про Азербайджан говорили, да, один народ, 2 государства. Сейчас один народ, 1 государство. Потом сейчас новый у них лозунг 5 государств, 1 народ, имеется в виду и Средней Азии. Они же у них есть в планах, они уже приступили к претворению жизни этих планов. Армия Турана. Вот это создание армии Турана. И каким-то боком Пакистан сюда попал. Ну, у Пакистана, я думаю, Пакистан это самый такой ярый исламское государство. Такое. Видите, и опыт этого показывает, начиная с Афганистана, и у них вот эти противоречия против и Союза, и России, и Пакистан. И не нужно забывать, что первая попытка создать армию Турана, тогда это называлось армией ислама, вот Энвер Паша, он же был потом Джемаль. Джемаль был советником у Аманули Хана в Афганистане. Энвер обещал большевикам якобы сделать революцию против Индии где-то, а сам переметнулся в сторону басмачей и там начинал организовывать вот армию ислама. Это же ситуация. То есть да, у Турции, у России есть ситуационный какой-то союз или сотрудничество, это назовем. Но это чисто ситуационное. В тот момент, когда Турция почувствует, что сможет ну, и воевать или действовать против России, Турция будет. Неоднократно высокопоставленные члены кабинета, советники президента, премьера Турции говорили, что да, там 30 миллионов, 20 миллионов тюрок живут в России, мы там изнутри взорвем эту страну. Это есть политика
пантюркизм – это не новая политика. Тем более вот эта политика и тогда была поддержана западными странами. Ведь, скажем там, основатель пантюркизма идеологически до того, как тюрки эти были, акчуры и все остальные, был венгерский востоковед, скажем. Почему? Потому что они рассматривали Вемберли, рассматривали вот этот исламский фактор вот именно подбрюшье России. Сейчас, я думаю, да, не очень-то, скажем, США, британцы в этом заинтересованы. Это часть той большой игры, The Great Game, как это называлось. Помните, в 1907 году Россия и Британия заключили договор, соглашение в Петербурге, и как бы они разделили зоны влияния. И Пакистан, ну, Индия тогда, Пакистан был. Да. Это британцам, скажем, Средняя Азия, Россия. Сейчас идет пересмотр этих вековых договоренностей, сейчас идет выдавливание России из традиционных зон влияния. И Россия не сопротивляется. Скажем, логически, и все армяне на это надеялись, что Россия будет рассматривать Армению как союзник и будет все делать, чтобы Армения была сильной, там, большой, потому что интересы совпадают. Но если Россия хочет оставаться на Южном Кавказе, а просто сейчас, я думаю, Россия думает, что не сможет остаться на Южном Кавказе и предпочитает передать Южный Кавказ Турции, а не Западу. Но с точки зрения армянских интересов, мы этого не хотим. Мы хотим, если не будет Россия, пусть это будет какая-то западная страна. Вот в этом моя прозападность. Хорошо, какая именно западная страна? Единственная страна, у которой есть возможности, это Соединенные Штаты, у которой есть военная мощь, которая может это power projection. То есть, мы им нужны? Что? Мы им нужны, Соединенным Штатам? Смотря какая роль у нас будет. Если у нас будет роль, как они называют, double containment, двойного сдерживания, сдерживание, скажем, России с севера на юг и Турции с юга на север, тогда мы им нужны. Тогда и на это есть и юридические какие-то основания, и все, они могут разыгрывать тот же арбитражное решение Удро Уильсона и все остальное. Но у нас-то другого выбора нет. Это Россия оставляет Южный Кавказ. Когда мы испортим отношения с нашим приятелем Ираном? А Ираном и так у нас отношения испорчены. У нас даже, в принципе, даже и границы нету с Ираном сейчас. Потому что Карабахскую часть азербайджанцы отвоевали, а чисто так это мигрийская часть там или Советской Республики Армении, там будет коридор, который будет под российским ФСБ. То есть даже там не будет армянского суверенитета. Да. Об этом-то в принципе не хотят говорить, но это реальная ситуация. И Иран, вы говорите, вот Запад особо ничего не сделал. Ну, может, то же самое можем говорить об Иране тоже. Сейчас они говорят, что... Да, у меня был вот вам вопрос, я хотел задать, тем более, что вы иранист, и вы, да, вы проработали в этой стране дипломатом, и вот я хотел у вас спросить, почему и Иран сыграл такую пассивную роль в войне 2020, учитывая, что они сами опасаются этого пояса пантуранизма. Да, они опасаются, они сейчас обвиняют Армению, что из-за политики Армении ухудшилась их геополитическая ситуация, но я думаю, они были сильно разочарованы, как и мы. Исходом. Как война прошла. И они просто чисто, я думаю, просто побоялись делать какие-то активные шаги. Они поняли, что как минимум США, это было во время еще Трампа, и Израиль ждут каких-то резких телодвижений Ирана, чтобы как минимум
ударить по определенным целям. Поэтому и они передвинули войска на границы на север, север-запад. И при войне это ясно и понятно, что Турция и Азербайджан тоже вмешаются против Ирана. А у Ирана не такая уж сильная армия, чтобы воевать против этих государств. Поэтому они, им бы не хотелось, чтобы Армения бы проиграла, но из-за Армении они бы не пошли ни, на ухудшение отношений и на такие какие-то рискованные шаги. Нужно учитывать, что все-таки это шиитская страна, это исламская республика, и там очень много тюркоязычных. Я хотел бы подчеркнуть, что не азербайджанцев, как это тюркоязычные, это другой... Да, я об этом рассказывал, да. Да. Общность языка, это не означает, что еще тот же народ. Потому что, скажем, латиноамериканские государства, ну, кроме, скажем, Бразилии, говорят на испанском. Но это не означает, что все государства – это один и тот же народ, говорящий на одном языке. Арар Тушевич, Россия в Арцахе – это удар в ворота Армении или Азербайджана? В основном это ворота Азербайджана, потому что все-таки присутствие российских войск, это не только, я бы не назвал миротворцев, потому что если смотришь, какое вооружение у них, это реальные войска, это все-таки какая-то база, скажем так, военная база. И присутствие этой базы дает в руках, это в руках России, это средство давления на Азербайджан. Для Армении, скажем, я бы не сказал, что это какая-то потеря присутствия, потому что все равно лучше, чтобы там были российские, так называемые, миротворцы, чем азербайджанцы или турки. Мы не против этих, скажем, присутствия российских войск, мы против организации так называемого центра за наблюдением перемирия, когда 60 российских военнослужащих плюс еще 60 турецких, потому что это нарушение всего принципа и предшествующих договоренностей Минской группы, тройки Минской группы. Потому что там, если нужно было организовать такой-то центр, должны были присутствовать американцы, французы и россияне, потому что вот это была тройка. Но и они были бы гораздо объективнее. Ведь Турция же была она воевала на стороне Азербайджана. Это явно было. Да, я не скажу, что там турецкая вся армия, но были спецназовцы. Ну, вообще командование не было там у них. Да, там 1200 спецназов как минимум. Турция перебрасывала из Сирии этих наемников, это на турецких самолетах. Турецкие F-16 присутствовали, турецкие разведсамолеты. То есть Турция была стороной конфликта войны. И как может быть страна конфликта еще наблюдателям? Вот это для нас непонятно. И для России это, я думаю, большой потерь. Просто Россия не смогла сопротивляться, потому что в течение 300 лет, начиная с 1725-6 года, это ровно только впервые они появились на территории Закавказа. В течение 300 лет никакого турецкого солдата не было. Ну, ограниченный период только в 18 году, когда они до Баку дошли. Но скажем, это было очень кратковременным, но присутствие, скажем, чтобы они обосновались, а это означает как минимум 5 лет. Как минимум 5 лет они будут там. Вы думаете, только на 5 лет, не больше? Я сказал, как минимум 5 лет. Я думаю, это больше. Просто я слышал, если Россия куда-то заходит, это надолго. Я тоже так думаю, потому что, во-первых, те расходы, которые делаются, и те построения, которые есть, по моим данным, там могут быть расквартированы около 19 тысяч военнослужащих.
Хотя, то есть создаются структуры. Может быть, там не будут столько, но самое главное, во-первых, если будут структуры вооружения, если будут каналы переброски, а там уже начали использовать и железную дорогу, и сейчас там хотят достроить там какую часть до Степанакерта в таком духе, плюс Степанакерский аэропорт, это достаточно, скажем, чтобы при желании перебросить только персонал, личный состав в течение 2 дней. Главное, понимаем, переброска вооружения, которое очень тяжеловесно и все это. А там будет, то есть это и будет аэропортом подскока, и это, потому что все понимают, что Ближний Восток готовится к большой войне. Там это готовится. Может быть, это будет против Ирана, может быть, Турция, я даже не исключаю Турция. У Турции много сейчас врагов, потому что Турция начала вести против своих соседей очень агрессивную политику. Даже против членов НАТО, там мы смотрим, Греция, Франция, какие отношения. Сейчас они в Африку начали уже втягиваться, Ливия, Сомали, Персидский залив тоже. То есть, когда у тебя большой аппетит, нужно учитывать, что очень многим это может и не понравиться. Ну, пока что, как видите, это хоть и не нравится, но терпят. Это очевидно, что терпят буквально все, как на Ближнем Востоке, так и в Европе. А вот когда это терпение лопнет, неизвестно. Такое ощущение складывается, что Эрдогану позволительно все. Вот. Я думаю, это терпение будет еще где-то 2-3 года максимум. Потому что если тенденция продолжится, то есть ухудшение отношений с Западом, во-первых, будет разыграна курдская карта, курды, и мы увидим активизацию. Во-вторых, армянский вопрос опять будет актуализация, скажем так, армянского вопроса. И не только, скажем, вопрос геноцида, вопрос именно территории, потому что армянский вопрос, это никогда не был вопросом геноцида признания. Это был вопросом территории, создания армянского государства. То есть все, что попадется под руку врагам и соперникам Турции, они будут использовать. Ну, если наши интересы будут совпадать, мы что-то от этого выиграем. Если нет, так у нас мы должны готовиться, и сейчас, я думаю, мы должны готовиться уже к следующей войне. Потому что наши соседи не только не уменьшили бюджеты на военные расходы, даже увеличили. Ну, на это я вам отвечу так, я это сам слышал, и не так уж редко слышал от лиц той же армянской национальности, даже граждан Армении, которые говорят, что якобы Армения без Арцаха начнет здорово развиваться. Они думают, что Арцахом все и ограничатся. Во-первых, я так не думаю. Исходя, если чисто сначала поговорим об экономике, хотя Арцах вопрос безопасности более, экономики. Мы получали из Арцаха где-то 30% зерна, которые мы используем. Там сейчас этого не будет. Во-вторых, Арцах был более самодостаточен, чем сейчас. Мы не можем просто их бросить. Все равно там, да, армяне, очень много граждан именно Армении, мы должны поддерживать. Да. И в-третьих, сейчас-то границу, которую мы должны защитить, или оборонять, я даже бы сказал бы, двое или трое дольше, длиннее, чем было при той конфигурации. Ведь никто-то за нас не будет оборонять Зангезур, то есть ни воды с берега Аракса до Тавуша. Вся эта граница-то остается с Азербайджаном. И там войска азербайджанские уже заняли высоты. И плюс к этому у нас-то другая проблема с Нахичеваном.
Ведь эти военные игры или учения, которые в Карсе, они вместе с той отдельной армией, которая находится в Нахичеване. То есть проработки, которые сейчас там идут, да, я понимаю, что на следующий день, завтра они не нападут. Но когда два государства тратят деньги, усилия, время на военные подготовки, значит, это ружье, которое висит, когда-то выстрелит. Такая здесь ситуация была до этого. Мы увидели, что совместные военные учения с Турцией, потом это все чаще, и уже в конце концов, вместе как оба государства напали на Арцах, ну, Армению, потому что для меня Арцах всегда был частью Армении. Не исторически, а исходя из того, что Лига наций признала эти территории как территорию Армении. А для меня решение Лиги наций от 24 февраля 2020 года выше, чем решение Камбюро Российской большевистской партии. У меня еще будет последний такой вопрос вам. Вот на протяжении 30 лет Азербайджан, что уж там говорить, да, мощно задействовал все свои ресурсы на информационном поле, чтобы вести антиармянскую пропаганду. И продолжает это делать даже сейчас, и еще более форсированно, чем прежде. Я по 1-2 раза в год бываю в Армении и говорил на эту тему в разные годы с разными армянскими учеными, гуманитариями, ставил вопрос этот. Почему Армения не противодействует всему этому, получал один и тот же ответ каждый раз. А зачем? Все и так знают, кто мы и кто они. Я вам серьезно говорю, именно вот так мне и отвечали. Вот скажите, в Армении до сих пор так считают? Или все-таки поняли свои ошибки вот, на информационном пространстве? Вот эта вот пассивность в этом деле. До того, как быть послом в Канаде, я был Фоксман, то есть секретарем, пресс-секретарем МИДа. И у меня на двери был американский стикер, написано First Line of Defense. Первая линия обороны. То есть первая линия обороны – это информационная оборона. То есть все, что делается, и в дипломатии тоже, нужно информационно подготовить. Это мы знаем, и нашу историю, и их историю. А кто знает, выходя из, скажем, региона, в регионе более или менее знают. Там у меня друг армянин, кто-то скажет, там в арабских странах. И то знают в общем. А я, выходя из региона, ну скажешь, Армения. Они не знают, где эта страна находится. Но про Азербайджан тоже не знают. Но именно издавая десятки и сотни фальсифицированных книг, это мы, специалисты, понимаем, что там идет фальсификация. Даже иногда прямая там, слова поменяют, там что-то отпустят и все это. Но как студент работает? Я часто бывал в библиотеках западных. Ну, у них задача написать какой-то эссе по какому-то вопросу. Там, скажем, Первая мировая война или там конфликт. Но студент идет в библиотеку, набирает там keyword, эти слова, ключевые слова, в компьютере, набирает какие-то книги, у него есть в библиотеке, и на основе этих книг пишет. И у него образуется такое понятие, он же не будет критически относиться к этому. Я сам неоднократно выступал, что нужно усилить, тем более у нас есть возможность. Я все время выступал, что Армения должна быть центром коренных народов Азербайджана и Турции. То есть есть такое понятие stateless people, народы без государств. Ведь мы смотрим на Турцию и на Азербайджан как бы монолитные страны, но это не так. Вы знаете лучше меня, что там много очень других народов, иранских народностей, там таты, талыши, кавказских, лезгины там. А мы веками, даже тысячелетиями жили с ним в соседстве и в мире. Та же ситуация, скажем, в Турции. Там очень много алевитов, очень много заза, курдов, очень много исламизированных армян. То есть нужно вести... Я даже проводил пример, что
лучше купить на один так меньше иметь, купить и на эти деньги, именно эти деньги израсходовать на, скажем, науку, гуманитарную, даже если хотите, на пропаганду тоже, в положительном смысле этого. Результат будет лучше. И мы это увидели во время этой войны, что очень многие танки даже не успели выстрелить, а эти несколько миллионов долларов дали бы результат. Я сам стараюсь, и я возглавляю центр Modus Vivendi, мы стараемся, и сейчас начали, и всегда, издавать первоисточники. Именно не только, скажем, и не столько какие-то исследования, а именно документы, чтобы люди поняли, просто прочитали документы, первоисточники, это очень важно. Или очень важные, скажем, статьи, которые написаны и изданы когда-то, но сейчас не очень-то доступны. Например, наш центр, мы сейчас работаем над книгой сборника статей Андре Мандельштама, когда-то очень известного российского дипломата, который был драгоманом Турции 16 лет, начиная с конца 19 века. И он был последним начальником управления МИД Российской империи по праву, то есть юридического управления. Вот. И там очень много интересного про, скажем, регион, про Турцию, про Армению, про прав человека. Мало кто знает, что один из авторов вот, конвенции и декларации прав человека Андре Мандельштам, и он это начал писать именно из-за армян, как прав дать меньшинств. И это, то есть это мы он делаем. Но какое-то отношение к Осипу Мандельштаму? Я думаю, нет. Я так просмотрел, он родился в Могилеве, потом он мало известен в России, потому что он был ярым антибольшевиком, жил в Париже, потом в Нью-Йорке, он скончался там, но он остался таким верным российским ученым, он писал очень отличные статьи. Я к чему это? Вот, чтобы это нужно показать через российских этих же дипломатов, что они писали про Армению. Потому что, и когда вот я говорю первоисточники и какие-то исследования не армянских ученых, я, например, за то, чтобы у нас было очень больше контактов с региональными странами. Но мы делаем это как, мы называем это, как фидаи воевали, да, против организованной армии, регулярной армии. Такая же ситуация. Мы сами достаем деньги на это, на исследование, мы сами все это делаем. А так очень трудно, когда против тебя стоят два государства. Это не только Азербайджан. Турция со своими всеми ресурсами, она действует против Армении даже больше. Я просто... Вы знаете, я вас перебью. Я изучал и турецкие антиармянские источники, и отдельно азербайджанские антиармянские источники. И они далеко не совпадают. Они каждый работает автономно. У одних свои претензии и фальсификации в отношении армян, у других свои как бы претензии и фальсификации. То есть так, нигде даже нет точки соприкосновения. У всех все равно антиармянская тенденция. В 1998 году с делегацией НАТО я был в МИДе в Анкаре. Они не знали, что в составе этой делегации кто-то из Армении или армянин. Во-первых, там просто лежали книги, которые можно было взять. Где-то 80% этих книг, это 1998 год, были антиармянские книги, изданные на английском и на многих западных языках. То есть они не специально против меня, потому что они не знали, что будет так. Просто это принято. А потом выступил Каврикоглу, начальник штаба турецких вооруженных сил тогда, в 1998 году, в апреле. И он тоже говорил где-то час, из них 45 минут про армян и против армян. Вот такая ситуация, то есть это государственная политика, и против государственной политики как минимум мы должны использовать наши госвозможности. Они меньше, но все равно, это больше, чем, скажем, делать на общественном уровне.
Спасибо, Артушевич. У нас время истекает. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Надеюсь, еще включимся как-нибудь. Зрители канала «Антитопор» знают уже, что на протяжении 3 лет «Антитопор» выпускает такие вот уникальные календари «Вокруг света армянского». Он был выпущен вот в 2019 году, они закончились сразу же. Далее был календарь «Вокруг света армянского» за 2020 год, прошлогодний, будь он проклят. И вот календарь за... Значит, 21-й год, точно такой же, «Вокруг света армянского». Ну, кто не знает, кто еще не сталкивался с этими календарями, я немного расскажу и покажу. Вот, значит, здесь на каждый день какие-либо события из армянской истории, армянской культуры и так далее. На каждый день круглый год. То есть информация ни в коем образом не повторяется из года в год. И все эти календари, если удастся собрать, это будет такая мощная, интересная энциклопедия в виде такого дайджеста ежегодника. Но, к сожалению, первые два номера еще не успели многие приобрести, их, к сожалению, уже нет, еще раз скажу, но за 21 год вы уже можете приобрести. Кстати, их осталось совсем немного, всего 80 штук, и если вы желаете их приобрести, показываю, вот под этим экраном есть стрелочка, нажмите на нее, там, значит, имеется ссылка, написано «календарь» и ссылочка. Зайдите на эту ссылку, заполните там купон, ознакомьтесь с информацией, как заказать календарь. Вот там все написано четко. Затем заполните купон, прикрепите чек и написано, куда это все отправлять. Если вы чего-то не поняли, значит, пишите на мою электронную почту, я вам все расскажу. Это адрес моей электронной почты находится там же, где и ссылочка, как заказать этот календарь.